Ребята, не знаешь английских песен. Видеолар болады ғой, істіп боянып атқан, істеп атқан. Сосын артында сол өлең тұрады. А сен ол кезде шашың сары болды ғой? Иә, сары болды. Всем привет! Меня зовут Кеша, я из группы УСГ. Сегодня будем отгадывать песни вместе с Ари. Hello. Голос знакомый очень. Не помню даже. Не помню. Так. Ой, это Эминем, господи. Эминем негізінде өте мықты рэперлардың бірі деп айтсақ та болады. Себебі рэп-гад деген мен рэпін білемін, ол секундына қанша 60 сөз айтты деп естігем негізінде. Я не помню его, но я слышала, да? Парень молодой. Завидный. Первый раз слышу. Холостяка, я знаю эту песню. Холостяк. То инстаграмда көрсетем, андай видеолар болады ғой, істіп боянып атқан, істеп атқан. Сосын артында сол өлең тұрады. Холостяк өлеңнен аты холостяк шығар. Бірақ әншісін білемін, жас әнші, жас әнші сияқты, иә. Бірақ орыс сияқты. А, Тедди емес па? Егор. Мен кім, Федуктың дауысын естіп қалдым. Я, оказывается, не слушала эту песню. Федук маған өте қатты ұнайды. Мен Егор Крид жақсы көремін. Холостяк деген шоудан кейін ба? Нет. А, это после этого, да? Песня. Содан кейін шығар? Не, я не слышала. Но бірақ көргем қаласы. Маған Федуктың қатты тембр ұнайды. Я бы трубку курил, если бы мариком. Хорошо. Оу. Воу-оу. Он что так делает? Прости, Федук. Ладно. Как ты деминую, конфетками кидаю, злаками. Я хотела сказать, Игорь, нет. Это Хайла Турпят! Я воу-воу-воу-воу! Это что, посмотри? Ты не писаешь? С этим, да? Моя жақсы көремен бұл өлеңді. Қайрат Нұртас? Он вообще классный, хитовый. Уорс, уорс, хой. Да. Это же корейцы же, да? Сейчас. Почему, я не знаю. Экзо емес па? Блок Би. Я знаю только BTS. Ой, кей-поп деген енді күшті қой. Я, бірақ кей-поперлар өлтіретін сияқты мені мен GOT7-ді айтпаған үшін. Кешіріңдер. Маған бірақ GOT7 енді шыққанда қатты ұнаған болатын. А негізінде кей-попты мен жақсы көремін, да. Девушки. Blackpink. Blackpink. Twice. Чарапей. О, спасибо. Так давай приятно. Я расскажу, да, про Crystals. Я видела последний клип, такой прикольный. Где-то рэп так мой тушит. Нармин, да, най. Они классные. Девчонки классные. Ари, нам айтты сей. Жоқ, не айтты. О, не айтты. А сен ол кезде шашың сары болды. Иә, сары болды. Кстати, у меня такая же прическа была. Крипы, знаешь? Оказывается, темный каштан, я қараға болып кеткен, қап-қара болып кеттім сосын. Ол, билерін жақсартыңдаршы. Это же Трэвис Скотт. Когда ты не знаешь английских песен? Трэвис Скотт туралы, я знаю то, что они с Кайли, да, вместе. Кайла недавно родила, да, дочку. Я права или нет? Он крутой вообще рэпер. И вот эта песня, очень интересный момент. Тут мой брат мне показал эту песню. До того, как она стала популярной, я прям почти каждый день с ним слушали его. Nobody ever loved me like she did. Вискулинг, ба? А, Битлз имес па он, да? Мне любимая песня Битлз, Let It Be. Очень нравится эта песня. Ой, я знаю эту песню. Да, Let It Be. Let It Be. Да. Я еще этот недавно факт читала, читала факт, что никто из Битлз, ну, это был Миген. Шалаға зақшайты көрдің көрдіңдер. Біз озымыздың кызымызды
Осырдык, осырдык. Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Так, Black Star. Білмеймін. Black Star кемес па? Ой, по идее мен Black Star білемін. Black Star ауқсамай. Я бургер дейді. Бургер? You frame. Ша бәр бургерлер айтып шығады. Шелек кет көріп. Чувак. Білмеймін. Я білмеймін. А, жоқ. Ой, бір жай бір. Надо посыл. Фейс. You probably think that you are better now, better now. You only say that 'cause I'm not around, not around. I never meant to let you down. Білем, бірақ әншісің. Ой! Ту, білемін. Айт енді. Ту, андай мұрты бар иә, сақалы бар. Адам. Пони. Простите. Зовут рэпера Post Malone. Post Malone. Про него, честно сказать, я прям много не знаю. Только вот Rockstar знаю. То, что там в клипе все дерутся и слишком много крови. А, знаю. Знаю. Ужин бурмитки. Во дворе мясо режут овощи, пуститься под откос. Ты мне найдешь еще бы 100 причин. Мне тут опять что-то там... Фейс! Опять фейс. Нет. Российский? Блин, если бы был бы Black Star. Легко, я сдаюсь. Мне такие песни нравятся. Найма. Типа кочевые. Таусы бюрге оқсап тұр, а? Белый флаг. Бірінші рет естіп тұрмын негізінде, бірақ таусы қатты таныс. Ой! А, нет. Абдыр емес па? Ана өлең бар ғой. Шашлындас спец соған қысады екен. Сол ма? Қалай қалай? Шашлындас. А, жоқ, білмеймін. Блин, кто поет? Как там было, блин? А, точно. Хлеб и там что-то. Казер группа Ларнат не укиткин. Фараон хлеб. Фейс. Это корейская группа. Да, да, корейская. Так, это не Red Velvet. На-на-на-на-на-на. На-на-на, я знаю эту песню. Я просто корейский ленит куптым, да? Название? Банана. А нет, не банана, по-другому называется там. Да-да, Power Up. Red Velvet. Енді шыққанда оларда андай кішкене түсініспеушілік болды, себебі Red Velvet деген басқа бір Германияда бір сумканың аты сондай болған ба, сондай бір факт білемін да. И олар көп уақыт бойы дебют ала алмай жүрді, бірақ қазір ең жаңдай танымал группалардың бірі. Почему лично такие песни? Была Билли Вермилит. Ну, цена Билли Верика. Просто. Дрейк, Дрейк, Дрейк. Да. Do you love me? Are you riding? Are you riding? Ой, ну вообще он крутой. Ой, вообще хит полкатона. Я... У него все песни вообще подряд хиты, хиты, хиты. И тембр у него такой приятный. А еще есть вот этот? I love skin, когда мы блин. Ой, вообще. Из-за клипа так что ли? Хитло. Просто старый срок курить. Я. Да, 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 это узге. Да, 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 это узге. У Микошка там запела. Вообще, девочки, ну, честно сказать, мне очень нравится эта группа. Недавно мы с девочками смотрели их выступление на Гаку. Очень понравилось выступление, и песня классная. Спасибо. Да, вот. Спасибо. Что мы блайбили? Блайбили, да? Блайбили. Калай, калай, курсится? А, блай, да? Блай. Бигемс. А, нет, бигемс. А, блай. В другую сторону, да. Скриптонит. Скриптонит. Я его просто обожаю. Я его обожаю. Она папа подарил веслу и дить на лингбасу, ма? Чувак, это рэпчик. Даусман сразу прям тембр. Я вообще сонда и не джах спорим, да, вот скриптонит, короче, джахалип, там, лукаверас, вот эти вообще крутые пацаны просто. Ну, скриптонит, ма, им хатнует, ну, тембр лара. Тембр лара. Тембр хатнует. Сразу білесің, но скриптонит деп. И ой, Павлодардан. Суперские просто. Павлодар!
келбетің қатты, тарты, тарты. Алембент. А, да? Этот Байзакова, да, снимается? Байзакова снималась, да. Я, наверное, больше знаю казахских. Казахстанский хоть. Бұрынғысын білмеймін, қазіргісі там еркешті білемін. Қалған бір екіл бар ғой деймін. Главное, сол Алембент десе сразу Байзакова естеріне түседі ғой. Хитовые вот эти последние песни. Аркенің айтқанына қосылам. Ол енді танымал болып келатыр. Кендрик Ламар. Дейсің, білмеймін. Хадид. Футболка, короче, толып тұр, да, баяғдан экзон жақсы көретмін. Бірақ қазір қызығушылығым кішкене азайды. Тынамай кетті, деп айтар. Тынамай кетті дегенде, тынамай еттің қазір мен оларды. Мен вообще тынамай екен, почему-то, но я смотрю корейский дорамы, да, но вообще андай корейский нелер тынамай екен. Только вот Blackpink, BTS. Сен дорама көресің, да? Да. Қандай сен? Обожаю. Қандай любимый дорама? Наследники. Ей, я тоже наследники. Потомки солнца классно. И вообще. Все? Да, куб курит. Ну, сейчас надо еще начать. Походу, баяву. Японский улин, да? Шапон шамер. Маулин, танской. Есть кулин, я не. Фильм Дарда есть, там был улин, да. Наруто. Группа называется. А, не знаю. Я Наруто вообще не смотрела. Наруто аниме, да. Группа называется Nobody Know. А, вот и ответ. Мне пришли сюда пойти. Можете на это отрезать, пожалуйста? Чик-чик-чик. Лучше отрезать. Nobody Know. Следующее. Мүмкін қол жеткізбейсі, бұл дыры лес бұл. Мүмкін сен қаттелі сейс. Молда Назар. А, бірге айттық, е? Назарбек Оразбеков имя. Осындай өлеңдерді сізсем сразу Молда Назар есіме. Голос очень знакомый. Джаз деген ба? А, мен танымын, я джаз. Дархан джаз? Да. Ой, Дархан джаз. Былай, я басе дауысы таныс. Осындай өлеңдерді тапты. Осындай өлең естісем сразу Молда Назар есіме. Вот, я хочу тебя поздравить. Спасибо. Агарке сегодня была достойной соперницей. Да, она была очень трудная, мне если честно. Мне было очень приятно вместе с Айри. Да, мне тоже. Ты сказала Айри? С Айри. Я сказала Айри, о господи. По сути, было трудно, да? Да, я вообще не знаю. Вообще английские песни что-то... Можно я приглашу сюда Селену Гомес? А я Ариана Гранде. Посмотрим, кто победит. Да. Ладно, всем пока. Пока.